Вместо закрытой гостиницы «Одесса» на Амурвокзале в ближайшее время может появиться новый объект. Кто будет его инвестором и как будут решаться проблемы с собственностью, пока неизвестно. Но уже объявлено, что зданием заинтересовалась всемирно известная сеть отелей. Переговоры ведутся с турецкими и арабскими компаниями. «Одесса» постепенно превратилась в аварийное здание площадью 27 тысяч квадратных метров. Летом 2011 года отель перестал работать, но часто владельцу все же принадлежали 20% здания. Остальные 80% принадлежат Одесскому порту. В 2019 году его администрация разрабатывала план восстановления работы заведения. Одним из вариантов была передача отеля инвестору, но при условии, что также владелец обновит пассажирский терминал. Стоит отметить, что в январе этого года порт отсудил у компании гостиница «Одесса» 2 миллиона гривен за содержание здания.